Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня первый стрим, как говорится, за лето практически. Я в отпуске. Но, так скажу, ненадолго вас задержу. Во-первых, представлюсь, я Тарасов Юрий Владимирович, ведущий специалист «Электромб». Мы уже почти 10 лет занимаемся энергосберегающими технологиями. Наше устройство позволяет экономить в районе 30% электроэнергии при установке на вводе после счетчика перед всеми нагрузками в помещении. И если у вас счетчик Меркурий 230 АРТ или, вот как недавно мне сообщили, Маяк 103 АРТ однофазный, можно экономить порядка 50-70% на заливаниях, потому что мы используем реактивную составляющую нагрузок, за которую по закону никто не платит. Так вот, весь ассортимент нашей продукции вы можете посмотреть на сайте. Он у нас в описании под каждым видео. Там дело в том, что у нас с июля месяца, согласно законодательству, согласно закону 58 ФЗ, мы перешли на площадку СДЭКа, то есть в описании каждой марки есть ссылка на интернет-магазин СДЭКа, это экспресс-доставка, поэтому практически в любую точку страны и за границу доставляют в течение нескольких дней. Вот. И оформление очень простое, быстрое и так далее. Так вот, используя эту информацию, юридическую на сегодняшний момент, и интернет-магазина, мы пришли к выводу, что нужно предоставить льготы нашим покупателям. В каком плане? Мы дарим практически каждому покупателю подарок в виде 2А. Это самая популярная модель наших марок, рассчитан до 3 кВт нагрузки, кратковременно до 5 можно перегружать. Ставятся они обычно, как правило, на вводе после счетчика перед всеми нагрузками в помещении. Это самая популярная модель, она стоила чуть больше 2000, ну, сейчас 3200 стоит с копейками, но мы вводим такой критерий. Дело в том, что СДЭК у нас компания такая строгая в отношении доставки, доставляет очень быстро и очень требует быстрого оформления документов. Поэтому мы доставляем особо дорогие, сложные наши минимизаторы двумя посылками. Первой посылкой мы отправляем наш подарок в виде МИН-32А бесплатно. А после получения этого подарка в течение недели вам придет уже основная посылка с вашим заказанным минимизатором, вот, допустим, более дорогим, допустим, МИН-160, радиантный вариант для 70% экономии электроэнергии, там, или нерадиантный вариант, более дорогие. То есть, если они у нас есть в наличии, мы сразу отправляем. Если требуется заказать у поставщика комплектующие, мы в течение недели все это делаем, изготавливаем и через неделю отправляем. Так что вы можете заказать любой наш минимизатор через сайт. Можете написать в обратную связь на нашем сайте electrom.ru, оставить там заявку, сложить корзину. Вам пришлем ссылку на СДЭКовский магазин, интернет-магазин, где вы можете все это оформить, оплатить. Все уведомления вам придут, все квитанции придут. Получите, как правило, на складе СДЭКа или могут доставить прямо домой, если есть такая возможность. Так что без проблем очень быстро все это оформляется, все получается. Поэтому мы практически решили, вот из-за того, что у нас самый популярный это МИН-32, они как пирожки разлетаются, и цена там небольшая, мы хотим сделать подарок всем покупателям, то есть дарим вот этот МИН-32А бесплатно.
То есть заказали один МиМ-32А, второй получаете бесплатно. Заказали какую-то более дорогую модель, все равно МиМ-32А бесплатно получили. Ну, это по желанию. Вдруг вам он не нужен, так можете просто заказать без подарка. Напишите только в комментарии, нужен вам этот подарок или не нужен подарок. Но первым 10 оформившим заказ, кто посмотрел этот стрим и видео, кто уложился в эту десятку, мы сделаем скидку, оптовую скидку в размере 35% от стоимости на нашем сайте или на сайте СДЭКа. То есть сделаем такую скидку 35%, и все равно вы получите подарок, еще один минимизатор бесплатно. Так что торопитесь, оформляйте, звоните. Кто первый успеет позвонить, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Вот. Поэтому, да, еще такой нюанс. Значит, мы раньше как бы бесплатно дарили счетчик Меркурий 230 АРТ, на котором можно экономить до 70%. Ну, сейчас они у нас кончились. Да, мы не стали особенно заморачиваться, потому что зачем, смысл какой покупать нам, вам и дарить, когда вы можете просто выйти в соседний магазин, купить такой же счетчик и поставить. Потому что мы в него не вмешиваемся, берем такой же заводской с завода или с магазина и просто вам отправляем. Поэтому мы не стали это покупать и отправлять вам. Но если вы живете где-то довольно далеко и у вас нет такой возможности купить эти счетчики, и Меркурий 230 АРТ, и Маяк 103 АРТ, напишите в комментарии или при заказе, или в обратную связь. Мы купим для вас персонально эти счетчики и пришлем. Меркурий 230 АРТ, он, как правило, наша цена будет в районе 6000, а Маяк 103 АРТ в районе 7000. Просто цена не намного отличается от интернет-магазинской или просто магазин, который у вас лежит. Поэтому, если вы, допустим, живете где-нибудь во Владивостоке или на Сахалине, и туда, как правило, наценка на все, что туда везут, довольно значительная, а мы с вашим заказом отправим эти счетчики, которые купим здесь в центре по более низкой цене, то вам окажется это намного выгоднее, чем вас где-то там, допустим, покупать. Достаточно просто позвонить, попросить, сделать заявку. Мы для вас персонально приобретем и вам отправим по самой низкой цене. Ну, это как бонус, как говорится. А так что имейте в виду, если вы заказываете минимизатор, второй минимизатор в подарок. Если вы успеете заказать, войдете в первую десятку заказчиков в ближайшее время, мы вам вышлем, получите подарок этот минимизатор и предоставим скидку в 35%. Это оптовая, как говорится, скидка. Ну и счетчики по желанию. Если закажете счетчик, мы вам приобретем и тоже вышлем. Ну, естественно, в этом случае не бесплатно, конечно. Потому что стоимость счетчиков мы все-таки вкладываем в цену общего заказа. Мы же не можем торговать себе в убыток. Поэтому мы просто разделили стоимость счетчика на отдельную категорию. Если хотите, пришлем. Если не хотите, сами можете приобрести на стороне. Потому что счетчики абсолютно новые. Никто в них не вмешивается. Вы можете поставить просто-напросто и эксплуатируйте с 30% и 70% экономии. 30% экономии вообще можно с любым счетчиком. Наш минимизатор использует для такой цели. Поэтому просто ставите на вводе, все без конденсатора, без всего, и можете экономить в районе 30%. Месяц поэксплуатируйте, сравните показания с прошлым месяцем. А 70% экономии, вот эти два счетчика можете поставить. Приобретите наш радиантный МИМ, батареи конденсаторов. Всю электронную технику можете напрямую сразу запитать. А если у вас там какая-то техника работает только от переменного напряжения, то можете поставить инвертор. Примеры инверторов у нас на сайте в левой колонке есть, можете посмотреть. Так что вот в таком плане, в таком разрезе. Желаю вам летнего отдыха, но имейте в виду, готовьте
сани летом, а телегу зимой. Лето пролетает очень быстро, поэтому сейчас надо заготавливаться к зимнему усиленному электропотреблению. Имейте в виду. Потому что осень, навалятся заказы, возможно, придется в очереди ждать и так далее. Поэтому заказы сейчас, заранее. Я вообще всех призываю делать все заранее. Не вовремя, а заранее. Как правило, это лучше всего. Вселенная, как говорится, у нас ведет к желаемой цели. Так что на этом все. Не забывайте. Телефон, как всегда, опять подвисает. Так что всем пока. Если кто услышал, конечно. Возможно, там ничего и нет. Потому что у меня постоянно вот эта функция «не беспокоить» включается при перегреве смартфона. Она достала уже. И звук отключает. И хорошо картинку не включает, но и то притормаживает. Так что всем пока. Посмотрю сейчас сам, что получилось. Так, ждем вас в десятке первых сделавших заказ и позвонивших. Получите большой бонус. Так что всем пока. Теперь еще будем думать, как здесь отключить все.